Ну что, едем слеповаться, на лес и рыбу и на рыбалку. Так, сейчас нам ворота откроют и на берег слеповаться. Так, приехали мы на лес и рыбу, сейчас будем слеповаться. Нигде слепануться нереально. Везде это топ еще у воды, у берега. А здесь ребята сделали дорогу прям шикарную, молодцы. Так, по-моему, там дальше. Да, наверное, там как раз. Да, вон заезд. Ага. Все, давайте идите, сейчас это подъедем. На этом месте, на этой базе, еще базы лес рыбы не было здесь. Была база Аква. Вообще раньше даже и базы Аква-то не было. Прошло мое все детство, юношество. 7 лет я здесь находился с родителями. Вот, а потом уже, ну, долго мы здесь стояли, а потом я перебрался уже на, там, на разные базы. Сейчас остановился на лес и рыба. Ой, на это, на Леваде. Вот. Что мне там нравится? Вода недалеко. Здесь как бы от домиков подальше, но здесь зато королевский пляж, просто королевский пляж на лес и рыба. Лучшее побережье, наверное, во всем Харбалинском районе. Жара адовая, поэтому малость мы помяты, прям вообще просто выматывает все это дело. Не, Илюх, она вроде сначала нормально, а потом что-то вверх пошла подниматься. А мы ее не стащим? Вот так вот, да, в принципе. Мы ее не стащим ее, Илюх? Там что-то уже подъем какой-то, да? Ну вот это у тебя и машина еще так вот играет. А так, в принципе, что, мы не скинем ее? А? Лёх, мы ее не скинем руками? Руками не скинем? Не, не скинем. Да, там она весит черт-то сколько, да. О, пошла, пошла, нормально. Все. Так, впереди вытек. Вот он. Рыба там гуляет, вытек работает. Вода вытекает из него. Сейчас попробуем что-то здесь. И пойдем к Ерам. Да, вытек активно работает. Глубина, кстати, довольно-таки приличная. 8 с лишним.
Подъем на 8. Здесь можно и агрессором, кстати, пройти, сейчас попробовать. Машка, кстати, кусается, впивается, вгрызается. Так, что такое? Так, что-то у меня с приманкой. Нацеплял какую-то шляпу. Угу. Приманка наверх вышла. Веточка. Все, отцепилась. Попробуем отсюда. Конкретно рыб пока не особо не вижу. Приманка работает. Ставит бель. Рыбы много на дне, кстати. Возможно, здесь судак, скорее всего. Так, спина чья-то была. Воблер на дне. Да, я думаю, что это судак, и мы его нашли. Причем, если это судак, то крупный. Сейчас посмотрим. Выше по течению от вытека стоит. А в ямке нет никого. Углубление пошло небольшое. Странно, в яме вообще никого нет. Спины, много спин. Что-то из бели стоит. Возможно, там с ними и судак. Сейчас еще раз зайдем. Попробуем цвет поменять. Если сейчас ничего не бомбанет. Нету долгожданной поклевки. Ну нету, блин, а. Время, в принципе, такое какое-то сейчас и поздновато я вышел. Может быть, конечно, прям перед заходом солнца сейчас что-то активизируется. Но дневной клев я прошлепал. На утренний мы не попали. Рыбы много. Непонятно какой только. Хорошие места, бель. Возможно, с этой белью где-то стоит и пастух. Прям явно сказать трудно. Это все намешано, скажем так. Не читается. Но рыба есть. Хорошие перепады. Но как-то пока никак.
Тампекс подвел меня. Хочу попробовать поставить, наверное, не знаю, второй спиннинг, как-нибудь пройти и поставить в пол воды, то есть, ну, там чисто на самозасечку. Проверить разведкой, скажем так, в пол воды ли стоит он или нет. Думаю, завтра это сделать. Потому что чисто идти, конечно, ну, специально в пол воды, это... Ну, шанс 50 на 50. Повезет, не повезет. Угадаешь, не угадаешь. Есть он там или нет. Со дна судак-то точно берет. А вот пол воды не всегда. И поэтому, конечно, когда тратишь на это время, очень жалко. Ниточка. Ну что, вот наше и первое утро. Немного мы поленились, поспали. Это полчасика лишних. Но сейчас попробуем половить и надеюсь, мы что-то поймаем. Сегодня я выхожу с Романом Гринько и Алексеем. В песке. А? В песке у тебя там катух. На катуху спиннинг. Какая? Спиннинг вот этот. Где? Да. Спасибо. Так, давай, Леха, спускайся. Так, все, Алексей, Роман. Сейчас мы двигаемся. Всем привет. Сейчас, ребят, еще попробуем оттянуть на ту сторону. Помочь им тоже. И все. И в путь. А время у нас еще хватает. Так, вы готовы, да? Веревку привязали? Да. Ну все, сейчас попробуем потихоньку вас дернуть. Курлаки на Волге. Вы ее подкачали, да? Да. Куда хочешь? О, сейчас к кустам прям. Так, вот 2,7 как раз, да, можно, допустим, встать где-то вот здесь, бросать к берегу или бросать вдоль берега. Вот. С лучо, короче, здесь постоите. Ну и на весах здесь течения нету. На весах переберете немножко повыше. Там мелко вообще, там где-то можно даже 1.5 метра будет. Вот рыба стоит. Сейчас погодь, сейчас мы тебя остановим. Вот здесь, вот, может, судачок стоит. Вот хороший тут стоит. Аккуратно, не торопись. Так, ну все. Спасибо. Глубомер у тебя есть с собой, да? Ну, не страшно. Короче, здесь вот под нами сейчас вот 2 метра, 1,8. Вот. Ближе к берегу, наверное, может, не стоит. Ну, попробуй, короче, здесь вот заякорься. И можешь бросать на глубину, вдоль, к берегу. Колебалки, вертушки. Или что-нибудь, может быть, такое. Воблерочки какие-нибудь. Так, один вот сюда сядьте. Сердце биться перестало. А что-то вроде не очень маленькое-то. Да нет. Что-то хорошее. Ну что, более-менее. Да. То, что
Тихо, родной, тихо. Ты все уже наш. Тихо. Так, цепляй. Так, с первой рыбкой. Офигеть, можно мне с первой рыбкой. Смешно вообще. Кому сказали? Не поверю, да? Так, в домик. Сиди там. А почему не любишь веревочку? Нет, ты просто не умеешь готовить. Все легко вообще. Это не совсем веревочный, это, короче, капрон. Из него вынимается он очень легко. Бывает этот, ну, насквозь пробивает его. И ничего страшного. За борт бросай, блядь. Давай. Ну что, Роман, да? Поздравляю. Принимается. Так, уже повеселее стало. Да, настроение сразу такое, да, думаю. Так, заходим сейчас на новую дорожечку. Давайте, пускайте. Во косит. Во косит. Вот, да, запустился. Как вчера, да? Вот, да. Это помельче. Да, да. Круто. Из пусака возьмем? Там поводок у тебя есть, да? Да. Да, вот так поближе ко мне. Ух ты, нифига себе, времени. Не совсем. Ну, простите меня. Сейчас за голоса кинули, да, и схватали. Вот он, да, но бывает он. Вот съедобный. Как скажет Володя Печенкин, съедобный? Так, 31-й. Слабину не давай. Не давай слабину. С кем? Не давай слабину. Кем ты зацепился? Так, Леха, стой. Давай. Да, зубастая. Она обычно поднимается. Тихо. Она и поднимается. Слабину не давай. Так, вот все так то же самое делай. А, не, судак. Судак. А, ты его, да, багранул, блин, смотри. А, багранулся, да? Да. А что-то он так тык, попал я в него. Так, что, вы мне сейчас лодки выбрасываете, так понимаете, да? Я чувствую, все, блин, снасти продавать не надо. Давай, цепляй. Сейчас я наступлю аккуратно.
Так. Смотри, что творит. 3-0. Хоть настроение поднял. Конечно, хоть повеселее стало. Так, ну у тебя тоже рабочий, у тебя должен... Аккуратно, не зацепись. У тебя тоже должен ловить. А я сейчас попробую трон. Он поглубже тоже идет. Ну, серебристый тоже достать. А бандос, если мне поставить, я буду тогда с вами путаться, блин. А на коротке что, тоже должен быть? А на коротке он может не достать. Я отпускаю вообще на 20 метров. А иначе хана. На 20 метров отпускаю. Если длиннее, я буду с вами, могу забудуться. Он у меня идет прям под вами. И поэтому жду. Сначала вы сбрасываете, а потом уже я. Так, ну что, настроение начинает подниматься. Заработал, заработал. Лёг, будешь воды? Ушел? Ну, тяжеленький был. Со стола берем. Здесь стол, короче, 4,5-5 метров. Сейчас будет свал. Прям дал. Ну, эмоции тоже хорошо. Так. Есть? Нет, стой, останови. Нет. Видел, да. Так, что-то на трон попалось. Не очень крупное, но... Так, давай, подсак. Мы не виноваты, он сам пришел. Лёш, возьмите моего, возьмите. Кого взять? Моего, я не чистил. Ты что, из одного пойду?
Леха что-то у нас, блин, грустит. Тут, блин. Хочется, чтобы Алексей... Блин. Давай мы посадим ему. Че? Че сделаем? Достанем, насадим ему. А, рыбу-то? Надо поймать. Надо поймать ее. Сейчас. Это его беглец, короче, всем рассказал про него. Донес. Донес и все. Значит, есть там парень один. Берегитесь его. Есть. Не спеши, да, не спеши. Будет дергать. Куда его, в левую сторону? Не-не-не, здесь примем. Нормально, нормально. Маленький, она вообще не чувствуется. Он, может, просто идет. Ну, да, что-то не очень. Куда вас хабну сейчас дал? Ну, давай, да, просто тяни, тяни, просто тяни. По катушкам мотай и все. Так, видишь, на Леху. Давай, мы вот так возьмем. Тихо. Подальше от пуза. Тихо. Держи крепче. Все. Взял? Так, ну, по-моему, это пиздец. Ну, забирай его. Да он жабры себе пробил. Тихо. Ты, главное, держи его, если он сейчас это... Вон, видишь, он жабры себе пробил. Так. Это все. Ой, Люх, видишь, как взял, я тебе верю, и все. И сразу ударил. Так, даже кровище. Да, жить он не будет точно. Печально. Ну, да ладно. Так потом, знаешь, подъезжают к людям, где не кушали в охране, да? Да, вообще ты должен обязан выбросить все его по закону. Белый, видишь? Сейчас Леха накосит. Ну что, друзья мои? На этом я, наверное, и поставлю точку в первой части июльской поездки 2021 года. Судак сегодня в основном ловился на хром. Роман успешно ловил на оригинальный бандит 31-го цвета. Леха в итоге поймал еще одного судачка и довольно-таки неплохого, где-то на двушечку. Роман также взял в районе двушки судака. Мне достался судачок поменьше, в районе полторашки. Но и место у меня было такое, скажем, на галерочке. Судак отказывался ловиться на агрессор и не очень наловился на трон. А другие приманки я попросту не мог провести у дна недалеко от лодки, чтобы наши приманки не путались. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и не пропустите новые серии о наших летних приключениях на реке Актуба, база Левада. Не зевай, судачишку подсекай. Рыбу дай, рыбу дай, дай рыбу дай.